Всем доброго времени суток, с вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Подошел черед протестировать сайт, на котором нам сообщают, что программисты написали специальный скрипт, который может собирать криптовалюту биткоин с тысячи сайтов-кранов по всему миру. Он собирает это в автоматическом режиме, наше участие не потребуется, нужно только запустить данный скрипт и потом просто вывести заработанные средства. Все предельно просто. В зависимости от вашего компьютера вы можете зарабатывать от 2500 рублей в сутки. Для этого нужно пройти быструю регистрацию. Какая компания разработала данный скрипт, здесь не указано. Есть только Bitcoin MyBot, но такой компании не существует. Нажму «Начать». Нужно пройти регистрацию. Ввести логин, пароль. Принять условия. И войти. Попадаем в свой аккаунт, где нужно запустить бота. И он будет собирать биткоины автоматически. Терминал может работать круглосуточно. Сейчас начнется заработок. Нам будет показываться, сколько денег бот собирает. И вывести деньги можно будет в любой момент. Сейчас я приостановлю видео, пусть бот что-то заработает, какую-то сумму денег. И потом посмотрим, выведу ли я деньги или нет. Прошло 36 минут, за это время было заработано 644 рубля. Попробую вывести средства. Введу данные. Для вывода средств с моего счета нужно оплатить аренду сервера. Стоимость аренды 490 рублей в сутки. Оплатить можно как на 24 часа, так и на месяц. Можно оплатить также еще и на 15 дней. Выберу оплатить на 24 часа. И сразу же меня переадресовывает на страницу оплаты от сервиса ePay, где я должна оплатить 491 рубль. На самом сервисе ePay предварительно я нашла, кому поступят наши деньги, которые мы заплатим на этом сайте. Автором выступает Distop Partner. Если мы посмотрим дополнительные цены к сайту, то увидим этот платеж, который сейчас должны заплатить. Также здесь есть еще некоторые другие платежи, в зависимости от того, что вы выбрали, насколько оплачивать. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, попадем на сайт Bitcoin Robot, и это подтверждает авторство Distop Partner. Совсем недавно мы делали обзор на еще один его сайт, вот такой вот, где тот же самый принцип. Здесь собирает валюту National Bot, а текст вообще слово в слово тот же самый, что и на этом сайте. Причем текст написан очень неграмотно, с множеством ошибок, как орфографических, так и грамматических и пунктуационных. Сайт явно писал какой-то школьник неграмотный. Также этот сайт продвигает автор еще и на сервисе ClickPay24. Сайт отличается только названием поддомена и страницей оплаты, которая принадлежит сервису ClickPay24. Сейчас я плачу 491 рубль за аренду сервера, чтобы мы смогли с вами убедиться, что деньги получить вряд ли здесь сможем. Вернее, даже совершенно не сможем. Вернусь к вам, когда оплата будет зачислена. Аренда сервера оплачена. Нажму «Подтвердить активацию». Сервер будет настроен автоматически, нужно скачать инструкцию. Качать что-либо с интернета, тем более с непроверенных сайтов, очень опасно. Можно скачать вирусы, довольно-таки опасно для вашего компьютера. Но я вам покажу, что же находится в этой инструкции, что нам делать, чтобы получить свои деньги. А здесь мануал по сбору фирмы для майнинга, который содержит всего лишь одну страницу. И здесь указана ссылочка, по которой вы можете этот мануал скачать. А как получить свои средства, неизвестно. А я могу вам сказать, что здесь вы, конечно же, не сможете получить никакие заработанные деньги, никакого скрипта не существует, никто вам деньги не зарабатывает.
Все это просто муляж для того, чтобы вы поверили, что здесь вы заработаете большие деньги, но на самом деле это не так. Автор DistoPartner является мошенником и зарабатывает хорошие деньги с помощью доверчивых людей. Я эти сайты вам, конечно же, не советую, не стоит тратить на них ни время, ни деньги, держитесь от них подальше. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.